Всем привет, я Эдик. Сегодня я покажу, как выигрываю в казино. Значит, тестирую сегодня новый для себя, по крайней мере, игровой клуб. Это один из вулканов. Их, как известно, немало в интернете у нас. Я вот решил протестировать. Ну, такие более-менее адекватные, значит. Сегодня один из них я нашел. Вроде как по отзывам нормально тут поиграть. Можно попробовать. Значит, ссылка на него будет под видео, это будет первая ссылка, а второй ссылкой размещу тоже вулкан, тот уже проверен, там давно играю уже, в принципе. Посмотрите, зайдите, где кому больше понравится. Значит, излюбленная моя тактика, одна линия, Crazy Monkey, поставил сегодня 4000, игру начну с 200 рублей. Давайте посмотрим, что он мне даст. Есть 20 000. Дай умножить-то. А, хренушки. Заберем, конечно же. Спасибо, Инги. Давайте еще поиграем немножко. 400 заберем. Да ладно, блядь. 20 000 заберем. Ну, конечно, еще поиграем. Даже ставку менять не буду. Дай разок еще так, блядь. Такое, конечно, редко бывает. Но знаете, дурачкам и новичкам везет, поэтому... Я думаю, вы поймете, про что я. 40 000. Я хочу еще немножко поиграть. Что-то мне подсказывает. Тысяча. Заберу я. Тысяча заберу, конечно же. Тысяча. Забираем. Что-то походу жрать начала. 600. Хуеньки, сказал Зайенька. Бонус. Че ж ты, блядь? Сразу-то так. Жаба, блядь. Давайте еще чуть-чуть погоняем. Доиграю до 35. Ничего не даст больше. Остановлюсь. Опаньки, 4000. Ну, конечно же, заберу. Давайте я сделаю три линии. Ставка 600. Так, 1200. Да ты чё, ебать тебя, сука. Сожрала, блядь.
распалять прямо 35 же хотел. Ну ладно, давайте там уже до 30. 400 забираем. 600 забираем. Блять, дай 35 обратно. 400. 800. Заберу. 400. Забираем. 400. Забираем. 2000 забираем. 10-ку, конечно, проеб. Ну ладно, и этого с меня хватит. Напоминаю, ссылка на казино будет под видео в описании. Первая ссылка — это будет тот вулкан, в котором я сегодня вот сейчас играл. Вторая ссылка на мой любимый старый добрый проверенный тоже вулкан. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.